Вы, ребят, нас скоро в могилу сведете с этими нервными концовками. Все-таки как это можно описать? Ну, как можно описать? Ну, это финал. Тут нечего говорить, никто сдаваться не хочет. Все играют жестко и до конца не ясно ничего. Поэтому так и получается. Но, наверное, так интереснее для всех. Угу. Все-таки как удалось от дабс минус, то есть плюс 17 до плюс 1 дабс сократить, все-таки выстоять? То есть ничего этого не случилось? Потеряли, да, концентрацию в начале четвертой четверти, но так, я уже по-русски разучился разговаривать. По-английски не научился, а по-русски разучился. Вот это вот. Ну, смогли собраться в конце, я так скажу. Вот. И смогли собраться. И дожали. Те два дня, которые прошли после второго матча, все-таки вы переехали домой. Как они прошли? Как-то добавили ли эмоции? Не два дня, а один день. Ну да, полтора. Откровенно и ужасно, потому что, ну, перелет долгий. Один день, конечно, не так много, как хотелось бы, да, для восстановления, для отдыха, но все в одинаковых условиях, поэтому что плакаться. Ну, все-таки... Ну и о дуэли Леброна против Карри еще хотел спросить, как на твой взгляд? Ну, на самом деле тяжело сравнивать. Два совсем разных игрока, два совсем разных амплуа, два совсем разных стиля игры. Вот. Но я точно могу сказать, что, наверное, я точно не играл с таким человеком. Не то, что даже он забивает много очков, и он мега полезен для нас, а просто то, как он ведет за собой команду, это многого стоит. Ну, а вообще чувствуется вот это, не знаю, давление или атмосфера, как-то объяснить то, что Леброн вернулся в Кливленд, и спустя 8 лет финал здесь, как ты это чувствуешь? Ну, такое ощущение, что он здесь всю жизнь играл, потому что мы чувствуем себя как дома, ну, не дома, потому что...